награда нашла свою героиню. Наконец. Торжественно передаю тебе. Спасибо, спасибо. Довез, донес, сохранил. Хранил. Сейфе. Номинации. Фан или профан. Фан или профан. Ну, не важно, какая номинация, главное время. Да, это моя первая такая награда на Асфиканале. У меня еще кое-что есть. Что? Еще один трофей. Серьезно? Да. Номинации. Фан или профан. Фан или профан. Ну, не важно, какая номинация, главное время. Да, это моя первая такая награда на Асфиканале. У меня еще кое-что есть. Что? Да. Еще один трофей. Серьезно? Это сертификат очень известного дизайнера, который, собственно говоря, и разработал этот трофей. Вот, так что в моем багаже творческом мы все стремимся, так сказать, к каким-то, у нас должны быть цели. Пусть это послужит для тебя символом большой победы в твоей жизни, которая обязательно, я уверен, что случится. А пока генеральная репетиция. Что это за награда, скажите? Это гран-при конкурса Евровидения. Реплика. Филипп, вы будете с Ольгой на следующей Евровидении там когда-то готовиться, да, чтобы вместе туда поехать? Ну, я знаю, у Ольги есть эта мечта, она... копия, да, но я считаю, что надо поддержать, надо загадать желание. А все мысли, они материальны. Я всю жизнь этому следовал, поэтому в моей жизни многое получилось. В себя, ты заставила всех нас поверить в тебя. Кого-то это разозлило, кого-то это раздражает до сих пор, кто-то бесится, кто-то радуется за тебя, кто-то делает вид, что радуется. Но факт есть факт. Сегодня ты победитель, у тебя хит-парады. Но это, наверное, конечно же, не предел, это начало. Ведь самое главное не взлететь, самое главное не держаться. Я уж не говорю там 20-30 лет, хотя бы в наше время 5. Сегодня 5 за 30, сегодня другое время, сегодня другие стандарты. Ну, 15 ты как, ну тогда я 50 уже. Да. Поэтому сегодня другие стандарты, другие идеалы, другие кумиры, другие ценности. Но ты покоряешь своей искренней любовью и сцене к музыке в себя, правильно, надо себя любить. Себя не полюбишь, никогда тебя не полюбят. Утро должно начинаться с обожания себя любимой. Ой, я себя обожаю. Правильно, у тебя хороший... У тебя хороший вкус, Оля. Обожаю тебя. Тебя! Раз ты меня обожаешь. Раз я сегодня здесь, то у меня тоже вкус неплохой. Поэтому давайте еще раз поаплодируем нашей Оле. Она молодец. И твои старшие товарищи, которые с тобой, всегда подскажут, помогут. Если что, может быть, и поругают. Хотя пока тебя ругать не за что. Человек ты хороший. Поэтому мы здесь. Да. Твори! Давай, спой нам еще какую-нибудь секси-песенку. И я пойду, у меня дети, мне их надо уложить. Давайте закрепим, уже зафиксируем нычку. А нычка это была водица. Ее еще никто не слышал и никто не видел. Моя королева, все замечательно. Конечно, понравилось. Громче. Да, да. Я тебя люблю. Мало половин. Но если пароль требует продолжения, как я могу не удовлетворить мужчину? И
если хочешь запасть. Запрыгнуть? Ты не поймаешь? Ну, я мне же 50, да. Ты забываешь, что я выгляжу-то на 25, а мне циферки по-другому. 52. Да. 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 Ты тоже будешь засыпать? Я тоже буду. Представляешь, я заслужил это право. Выступать на Муз-ТВ. Я заслужил, я так поверила в себя. Видишь, в прошлом году. Я так поверила в себя, что в прошлом году мне нет. Что я сегодня взял, пока вот сегодня в Москве. Я не могу. Моя реакция. Моя реакция естественной радости, увидев тебя. Как я люблю эту девочку. Она настоящая. Она настоящая. Ты понимаешь, ты вот поступаешь своей искренней любовью к сцене, к музыке, к людям, которых ты уважаешь, возраст. Ну, наша водичка. Мечта, ну, я не до такой степени старенький, чтобы сейчас водочку я никогда не пил. А вот мне стульчик приготовили. Это у тебя такой, да? Да, у меня самый крутой балет. Почему? Ну, это тоже и мой балет. Ну, он был раньше мой. Я со стажем заслужил этот балет раньше тебя, но сейчас они выросли до тебя. Ну, они классные. Костя с тобой репетировал? Костя вообще огонь. Костя лучше.